такие, знаете, толстые, толстые брови, армянские. Я взяла их, выщипала, у меня теперь они тоненькие, тоненькие. Я в шоке. Читай чат. А тебе прикольно. Добавишь обратно меня? У тебя парень или девушка есть? Парень есть, девушка? Нет, парня нет, нет, парня нет. Сашенька, привезти тебе туалетку. Не надо, у меня есть одна. О, бля, кстати, спасибо, что напомнил. Надо туалетку купить, а то у меня закончилось, прикиньте. Уже 8 рулонов. Закончились. Я и так знала, что ты наполовину армянка. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Дианка, ты мне не ответила. Дианка, нифига ты ее расходуешь. Ну, там пока писю потерешь. Сколько раз ты писешь за день? Писю сколько раз вытираешь, пупочку. Потом еще там протереть что-нибудь, пол помыть. Попротирать, вот, да, конечно, много. Конечно, сосисками, пельмешками питаются. В сауну с кем? С парнями? Нет, девочка. Я Марина. Помните, черник. А, вы не... Вы новенькие, вы Марину даже не знаете. С которой мы в туалете были, которая вам попу показала и меня забанили. Вы вообще не знаете ее. Такая веселенькая. Веселенькая. Еще будут девочки какие-то. Ну, я их не знаю. Это Маринины подружки уже. Я увидел это. Антошка, ты не видел это было, чтоб ты понимал. Может, это было больше, чем полгода назад. Что-то я Марину не видел. Так я говорю, это очень давно было. Даже больше, чем полгода, может, год. У меня моя девочка родила, прикиньте. Я в шоке. Которая брови мне делает, Сашка. Как мы с Мариной познакомились у Сашки, я на бровях была. Они меня напоили, начали фоткать. Мы напились тогда. Винишко, чтобы, знаете, чтобы фоточки сделать крутые. Мы с ними бахнули, как начали там дэнсить с Мариной. Пофоткались. Все, и жизнь. Малина. Делают крутые, можно жениться. Да читай чарт, чат, черт, черт. Может, ты что-то пишешь? В сауну выйдешь к нам? Куда к нам? К вам? К нам? Кому? Кому? Куда? Аккуратней там, красиво. Ну, я вам покажу. В эфир. Ты хочешь, чтобы меня забанили? Закупали? Диана, а что ты там подхватила? Ну-ка, 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 ну-ка. За мной скоро уже должен заехать. Уже. Просто космос. Это этот. Баня за такое. Окиньте просто. Какие просто? Ты чё? Откуда в сауне простыни? Мы что, там спать собрались? Да не знаю, ребенок что притащил. Ты на больничку? Куда едешь? В сауну еду. Сколько раз это повторять? А вы что делать будете? Я голодная. Выходные без больничного. А вы кем работаете, Диана? Пиво, раки, две драки. Я шашлык хочу. Я хочу шашлык. Я дворник. А я... Да здорово. Вообще можно быть и дворником счастливым. Можно быть счастливой с профессией сапожника даже. Вообще.
Стоишь, метёшь, дэнсишь. Йоу-йоу-йоу. Жизнь крутая штука. Проброшка. Спасибо, бро. Спасибо жестко. Убегай у меня за цветами. Что за розы? Ты же это не серьезно. Я купил для тебя тюльпан. Я украл тюльпан. Намотал резиновый пучок. Я пельмени пожарила. Может поесть, чтоб не потонуло на воде. Блин, я все равно красилась. Сейчас. Черные, как я и люблю. Если я переборщу салку, ребята, не смотрите мои эфиры, заблокируйте меня. Заблокируйте меня, хорошо? Да, начну там выплюсовывать для вас. Его не было, он просто болит. Пообещайте, что вы меня заблокируете, если я буду что-то вытворять. Обещайте. Нет. Не обещаю. Пусть только вы это заскрините. Я вообще... Бля, я когда буду уезжать гулять, я вообще буду бига удалять. А то я ж когда выпью, все. Мне хочется с вами разговаривать. Меня уже не остановишь, не остановишь. Понимаете? Уже все, блин. Язык развязывается, я бига к вам музыке. Ой, бать, Санька. Самое то. Если даже разденешься. Вы на меня жалобу кидайте, если я разденусь. Хорошо? И не скриньте ничего. Бать, пельмени вкусные, я не могу остановиться. Опять даже без пельменей. Хорошо. Антон, ты ответственный за то, чтобы я была одета. Блин, почему не делали такую функцию, чтобы админы могли выключать эфиры своих ведущих? Почему такое не сделали? Почему такое не придумали? Вот, допустим, если ведущий я уснул случайно. Почему такое не придумано? Антохе уже ночь. А он не спит. Не, во-первых, он далеко. Вон проброшка рядом. Проброшка ближе. Проброшка заберет, если что. Да? Блин, сметана просроченная. Что у меня все протухает, я не понимаю. Сосиски протухли. Сметана, бать, только купила, она уже... Может, я не ту взяла? Бля, я не ту сметану взяла, а я просрочно ухаваю. Я скоро, бля, вся буду состоять из прокисших продуктов. Спасибо, Антоха. Так что, проброшка, ты заезжаешь? Не, ну вообще говорят, что просроченное полезно. Слышали?
Все. Я худею. Я худею. Только вот утром говорила о том, что я буду худеть. Угу. Похудела. Прям вообще стройняшку стала. Помнишь, Антоха? С утра говорил, все. Худею. Похудела. Пельмени пожарила. Просто космос. Ту-ду-ду-ду. Чай с лимоном. Нет лимона. Вообще я пила воду с лимоном. Просто покупала прям ломтики лимона. Ой, ломтики. Несколько лимонов. Просто когда я покупаю лимон, я не могу остановиться, я его постоянно ем. Я обожаю лимоны есть. Они для меня прям райское наслаждение. Я их всех хаваю и забываю, что надо воду пить. Поэтому я в последнее время не покупаю. Блядь, я уже скоро приеду. Сколько договорились? Они за мной заедут в 7. 7. 7:10 сказали. Бля, лучше бы не расплетала. Нахера ты трогала? Бля. Сейчас обратно запретусь. Какое долго? Уже 6:47. Они в 7. Заедут. А или 7:10. Уже 6:47. 48. Уже совсем близко. Надо купальник еще найти. Потому что вообще никуда не ехать. Мне пельмени дома есть. Сходила бы. Бля, не знаю уже. Привет, Виктор. Добавь обратно. Блин, спасибо за эксклюзивку.